Эммануил Виторган показал фанатам подросшую дочку. Актер не скрывает от фанатов свою маленькую дочку Этель. Вместе с родителями девочка часто бывает на мероприятиях, а их совместные фотографии украшают афиши. На днях актер поделился свежим фото в своем блоге. На снимке девочка запечатлена на руках у папы. Фанаты пришли в восторг от кадра и отметили, как подросла кроха. Однако, далеко не все подписчики поддерживают пару. Многие отмечают, что детей стоит рожать пораньше, а Эммануил и Ирина выглядят как бабушка и дедушка, но никак не родители. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!